Всем привет! Сегодня у нас в обзоре будет фэшн-бренд Guess. Этот бренд изготавливает и производит не только одежду, но и аксессуары, среди которых есть наручные часы, пользующиеся, кстати говоря, огромной популярностью, как среди девушек, так и среди юнош. Итак, поехали! Сегодня у нас в обзоре будет женская коллекция, которая зачастую у бренда Guess инкрустируется стразами и очень ярко выраженным логотипом бренда, легко узнаваемым, между прочим. Сегодня у нас в обзоре будут три модели из одной коллекции. Все они инкрустированы стразами, у них заполненный циферблат и отсутствие индексов. Циферблат заполнен логотипом, я имею в виду. Изготовлены они из стали, есть моделька стальная со светлым циферблатом на кожаном ремешке, есть модель с покрытием цвета розовое золото на кожаном ремешке и с темным циферблатом. В общем, выбрать есть из чего, а подробное описание будет, как обычно, ниже.